Итак, все помнят, я тут точил недавно. Ни шкурка, ни наждачка, ничего. Взял просто так. Хочу сейчас сделать. Поехали. Наждачкой. А еще чем-нибудь. Блюдо подавать горячим. Ну как вам? Сейчас перевернем. Здесь вот такое масло. Оно из Икеи. Они там стоят немножко тяжестью своей. Ну что, продолжаю ее мучить. Прикрепил я ее сюда шуруповертом. Внутри вот здесь есть шурупчик, прикручена специальная доска. Здесь шайбочка стоит. Так, есть у меня такой набор. Вот таких набор щеток таких разных. Так, чтобы взять вот эту вот верхнюю часть, наверное, пойдет вот это. Сейчас. Так, черт её знает, что будет. Вот такой вот эффект. Дно, конечно, золотым не будет. Так, внутри вот такой вот баллончик цветом. Вот он всё такой едкий. Болото тут устраиваем. Это лак. Просто, ну просто уже. Издевательство, я понимаю. Ну вот еще покрыл лаком. Тоже с баллончика. Такая вот фигня. Руками не трогаю. В общем, короче, потом посмотрим.